Доброго вечера, уважаемые телерадиослушатели. И это снова этот чудесный путешественский волок-оболок «Мать идти». И я нахожусь в городе Санкт-Петербурге возле метро «Канал Игоревич Грибоедов». Это Невский проспект. Играет Афанасий, местный саксофонщик. Речушка под названием «Канал Грибоедова» в честь, естественно, канала Палыча Грибоедова, великого поэта современности. Вдалеке вы видите собор Василия Блаженного, естественного, искусственного, нашего патриаршего, лучшего Дамира. Мы подойдем еще к этому великому произведению искусства, а пока пробзимся до этого прекрасного сооружения, этой собора Парижской Богоматери Казанской всея Руси храму. Для того, чтобы добраться до Казанского собора, нам необходимо пройти мимо дома книги. Это великая... Ой, блядь. Сука, да я макарёк. Чуть не сбила машина. Человек приглашает нас погулять по крышам. А я давайте покажу вот это вот величественное, сверхъестественное, потустороннее здание. Ну а сейчас мы идем к Казанскому собору. Какая же история у этого храма Божьего Екатерины? Кто бы знал. А я ваш покорный слуга, ваш любимый, слезоточивый, носящий знания экскурсовод, все вам расскажу. Так вот, в 1899 году по образу и подобию иконы Казанской Богоматери, когда Парис влюбился в нее и родился у них сын Христос Иоанн. И в тот же момент иконописец нарисовал казанскую икону, где Богоматерь Мария держит в руках Иисуса, и пяточка, именно кусок пятки, выпуклый и вынутый, виден на этом изображении. И в честь этой иконы Петр I решил поставить, воздвигнуть нерукотворный этот храм. Здесь бьется, сочится и в моменте струится фонтан, но пока что март месяц, 20 марта, и, к сожалению, мы не увидим, как бьется сердце, внутренности и водяные покровы не смешиваются с лучами солнца. Какое красивое, огромное здание! Если эту выпуклость выпрямить, то протяженность колонн будет достигать около 1 700 мм. Высота около... Тут считать надо. К сожалению, из памяти все повылетало. Ну что ж, а мы давайте зайдем в спас нерукотворный сие... Платный? Приколуйтесь, женщина. Это же церковь, какой платный? Вы что, издеваетесь, что ли? Женщина. Сюда люди молиться ходят. Кстати, снимать там нельзя. Что нельзя снимать? Шапку? Шапку сниму. Вы мне не указывайте. Меня тут каждая собака знает. Так, ну что ж, будем надеяться, что проканает. Будем молчать, как будто бы мы не снимаем. Идите. Идите, Колотин.
хотите. Иконы у них все продаются. Только наверх можно, да? Все, хорошо. И на иконы, и нам дали подсказку, что нельзя снимать людей. Можно снимать только вверх. Только вверх снимаем, больше никого. Будем соблюдать правила. Так, и вот этот верх поснимаем. И вот этот верх. И вот этот верх поснимаем. Также этот верх. Фу. А это я, тот человек, который не стал молиться в церкви, ибо не верует он в одного Бога, а верует он во всех богов. И верует он в истину, которая о земле зим везде, и будет она там и сям, и она есть. А ибо есть она, то зачем нам эти заведения, где надо креститься, зачем нам креститься, зачем нам молиться, когда все о зим узим тут, там, сям. Спасибо! Если вы хотите тусануть по городу Санкт-Петербургу, зависнуть по полной красотульке, то подписывайтесь на долбанный канал. Опа! Здравствуйте! Здравствуйте! А вы любите фотографироваться? Вы хотите меня пощелкать? Да. Я люблю снимать видосы. Да? А да. Фотографироваться не хотите? И вы мне что, подарите эти фотографии? Да. Подарите? У вас какая-то благотворительная акция? Да, нет. Нет? За бабосики? Да. За 1000 рублей? Да. За пятихаточку? За 50 рублей. Смотрите, я вас снимаю совершенно бесплатно. Да? Вас увидит около 3 миллионов человек. Возможно, даже вы можете сказать, что приходите... Как называется это здание? Приходите к Троицкому, Казанскому и Исаакиевскому собору. Я вас зовут. Анжелика, пощелкаю вас в удовольствие, понимаете? Да. Но я с вас не возьму ни копейки, ни копьюшечки. А вы с меня все-таки сдерете стрижкуру, да? Шкура. Ну, 3 шкуры с меня сдерете. Нет. За фото охота. 300 рублей. До сих пор вам нужны бабосы от меня? Да. Но я не гребный турист, я с металки, что? Понимаете? Я металлостроевский мудозвон. Поэтому, конечно же, я здесь не фотографируюсь с этими Петрами Первыми. Учился здесь в Путяге, нас во что только не наряжали, вот тут ходили под хохламо. Поэтому вы не к тому обратились, но все же вас увидит вся... Какая страна? Тьфу! Весь мир. Нас смотрят в Африке, в Индонезии, в Ямало-Ненецком округе. Интересно. Так что такая хрень. Да, понимаю. Тогда удачно. Ой, удачи вам. Удачи вам. Да. Да. До свидания. И на этой чудесной ноте я... Что-то башка болит. Падла, башка болит. Я заставляю вас подписаться на канал, поставить долбанный лайк и всякие другие безделушки. До свидания.